Всем пламенный привет! Наконец-то выхожу в обычный режим влога. В первую очередь хотела поблагодарить всех вас за поздравления. Для женщины кухня, как для мужчины автомобиль. Поэтому мне было очень-очень приятно. Столько лайков понаставили, оценили мою кухоньку. То есть мне очень даже приятненько. Чем я занимаюсь? Я уже который день пытаюсь разобрать дом, навести хоть какой-то порядок сейчас. Позавтракали, покушали, и я уже начала прибираться, убираться. Единственное, мне осталось помыть в раковине посуду, помыть полы на первом этаже, потому что на втором, ну, скорее всего, и на втором тоже придется, потому что все равно туда-сюда ходим, все туда поднимается. И мне надо срочно фикс-прайс, сходить в фикс-прайс, а потом спокойно заниматься дальше своими делами. Еще меня ждет огород. Я думаю, сейчас я разберусь с домом и уже пойду туда, потому что у нас на днях обещают даже целых 26 градусов. Представляете, какое теплое бабье лето. Правда, сегодня на улице такой ветерок. Ветер, такие тучки дождя вроде как не обещают, но в принципе на улице тепло. Вот поэтому я сейчас думаю, схожу в фикс-прайс, посмотрим. Что продают там, что-нибудь для кухни надо вот такое вот взять, то, что я планировала. Правда, единственное, я вчера взяла вот такой вот коврик, но он розового цвета. Я хотела бы какого-нибудь серенького, либо нейтральненького. Розовый цвет здесь тоже подходит. Это для посуды, пока у меня все равно нету вот этого ролл-мата, как я уже говорила, да. Но я обязательно его приобрету. Но пока на это время мне нужны вот такие вот вещи. Поэтому вот так. Кстати, у меня спрашивали, как на видео выглядит вообще кухня. Как вот эта кромка, в общем, довольно крепкая, не знаю, мне нравится, мне качество нравится. Будет ли отклеиваться, ничего сказать не могу, но вроде как все хорошо, все прекрасно. Клей здесь тоже хороший, плотничком все, в принципе, пока устраивает. Ну, как бы первый день кухни, это если бы через года два, я бы вам точно сказала, когда уже попользуешься, когда все вот такое... в эксплуатации кухня, да, тогда уже я бы вам наверняка 100% сказала, что хорошая, нехорошая, а пока я насчет этого сказать не могу. Но по качеству кухня отличная. Настя у нас сегодня дома, да, опять у нас там ОГЭ у девятиклассников, поэтому сейчас девчонки посидят дома, они на втором этаже, пока я убиралась, они убежали туда. Здесь еще на обзор пришел растущий стул. Растущий стул Кузя. Вот это уже пойдет на подарок. В общем, дело не в проворот. Ладно, сейчас буду пока одеваться, собираться и сходим в фикс-прайс, посмотрим, что там есть новенького. Но для меня будет много нового. Я буду снимать то, что мне приглянулось, да, потому что я давно там не была. Я уже не помню, когда была в последний раз. Поэтому засниму, не знаю, будет новое, будет старое. Вы уже посмотрите и определите, кто туда часто ходит, да. Но то, что мне понравилось, обязательно покажу. Все, оделась. Надеюсь, я так не замерзну. Одела теплое худи сверху. Вот эту жилетку, она такая теплая вообще. Уже сколько ей? Года 3, наверное. Сегодня еще зеркало надо будет помыть. В общем, столько дел у меня, конечно, но я... ничего не успеваю. Thank you.
пока дошла, все запыхалось. Так, зашла в магазин, сюда все за 29, вот там от 29 рублей. Такие купила себе носки. Шанель. Лизе вот такие штанишки в садик тепленькие. Доставай мешочек. А через сколько месяцев в садик пойдет? Уже все, надо анализы сдавать. 285 рублей. Я хочу в садик. Такие они там теплые. Иди померь. Иди померь. Покажешь нам. Да, под платьем. Перчатки взяла. Себе ножницы взяла. Тоже сюда на кухню. Вот такую штуку взяла вот сюда, в раковину. Чтобы не отпечатывалось дно. Фикс-прайсе. Вот йогурт. Потом вот такая вот прописи. Здесь и буковки. Себе-тебе. Буковки такие большие. Учиться писать уже ровненько, чтобы у нее получалось это побольше. Да? Потому что те прописи, которые есть, они такие маленькие. Ну-ка, вот, отлично. Ну-ка, подними платьишко чуть-чуть, дай посмотреть. Во, о, все, накрутила. Ну ладно, нормально. Нормально. Так, взяла вот такие вот тряпочки. Они идут автомобильные, но больше всего мне расцветка у них понравилась. Вот протирать. Протирать где-то. Ну, это больше протирать вот фасады, да чего вот такое вот. Потом вот вам такие штучки по 29 рублей. Настя, тебе вот на ножницы в школу. Вот такие. Ну, ножницы положи. А вот это вот вообще для уборки, но я хочу для рук в виде полотенчика использовать, потому что какие были полотенца, мне не очень понравились. А вот этими все равно прикольно вот так руки вытирать. Они хорошо впитывают. Валере носки. Девочкам такие вот носки. Вот, айда, выбирайте, кому какие. Кому-то с киской, кому-то... И Лиза, выбирай. Вот с киской. Тебе, наверное? Мне вот эти. Да, Насте вот эти. Настя так хотела? Так хотела? Да. Да? Себе вот такие тоже носки взяла. Я с киской возьму. Спортивные в фикс-прайсе. Потом вот такую штуку, корзинку туда прикреплю. Не знаю, понравится, не понравится. Нет, так в другое место повешу. Чтобы мочалка там в раковине не лежала. Такие вот печеньки. В общем, то, что я хотела взять, я не взяла. А корзины там такие все разноцветные. Я не очень хочу. Хочу еще посмотреть в фикс-прайсе. Вот, если фикс-прайсе нормальный, то тогда уже... О, фикс-прайсе, светофоре. Путают меня. Это умывашка, бананы. И все. И все. Больше ничего нету. Больше ничего нету. Носки побей. Нет, я же вот вам покупаю. Ты мои все носки одеваешь, я потом найти свои не могу. Ну, конечно. Нормально, как раз. А вот твои носки померь, где вон они упали. Давай. Подожди, там... А, вот. Ты сильная, конечно. Давай, ножницами. Сейчас. Так, так, так. Сейчас ножницы достанем. Как раз, не как раз. Они, наверное, все большеваты, эти носки. Ну, как раз. Давай. Где эта штука? Нет, уже трешь. Опа. У меня настроенная. Опа. Все равно сейчас палубу думать. На, вот тебе второй еще носок. А где твой второй носок? А, давай. Слушай, подними, что тут, по-моему, вообще даже носки неправильно одела. И Лизе, наверное, большие, большевато будет. О, как гольфы. Ну, попробуй ей не купить. Ага, одевай. Вообще-то, Настя, это твой размер. Поэтому я знала то, что и Лиза тоже закричит, и ей надо будет. Поэтому пришлось брать две. Ну, ты сильно-то не натягивай. Чё-то ты так натянула носки вообще. А, вон где у тебя пятка. Давай Насте лучше отдадим, они тебе большие. Нет, твои будут. Да, у тебя прикольно так. Мерим носки. Так, ну я сейчас соберу волосы и буду наводить порядок. Чё там? Папа пришел.
На, Валер, с годовщиной тебе. Вот так вот. Такой можно, да? Молодец. Хочу поцеловать. Не надо, да? По зиму все мечтал я всю жизнь. Короче, надо светофоры смотреть. Что? Что вот эти все? Мне не понравилось. Теперь мама кто? Так, Лиза, сюда пока положу. Мама кто? Молоко налить? Все, полы помыла, покушать сварила. Можно заново убираться. Да, Валер? Спасибо за все. Сейчас еще все доедят, и можно заново наводить порядок. В общем, поменяли нам вот эти точки, которые... Вот эти тоже надо будет поменять на простые, на холодный свет. Да. Так, теперь у нас светло-светло. Да? Классно. Да? Да, вот кто любит много света, лучше купить обычные точки. Не покупать вот такие вот красивучие, типа красивучих. Не искать, что прям очень красиво и немного здесь света. Мы здесь тоже будем менять. Мне здесь маловато света, потому что вот разница. Или вот, или вот. Просто холодный свет, нормальное освещение. И сразу другой разговор. Тебе вкусненько? И Лиза у нас как поросенок тут. А ты что, кошек тут? Пш, идите, вы уже ели. Все, достаточно этого сказать, и они сразу это... И Лиза у нас как хрюндель, да? Погрызла. Она любит кукурузу, но... Филипп понравилось кукурузу. Он тоже попробовал, Филипп? Ну, он захотел так сильно. Да? Я Филиппа тоже угостила. Да? Нормально, понравилось? Соли хватает ему? Нормально. Сейчас тоже буду кушать супчик. Вообще ништяк. Вкусняшка? Ну, какой. Красный. Я сначала сварила, мясо достала. Холодильник поставила, чтобы быстрее остыл. И забыла. Да. В общем, в конце только мясо положила. Ну, приятного аппетита. Да. Ой, я смотрю, у вас тут весело, да? Мам, время спать надо. Лиза хочет на это. Нет. Она хочет. Все, нет, я смотрю, вам весело тут. Вон вы прыгаете, спать надо. Убираться сейчас будем. Так вот же твоя коммунальная квартира. Нет. Как? Ну ты же все коробки собрала. Нет. Это твоя коммуналка? Нет. Кто мои носки новые трепет уже?
Так, я сейчас буду ругаться, наверное. И пусть подписчики все увидят, как мама ругается. Покажем подписчикам, как мама ругается, когда дети не спят. Нет. Почему? Не надо. На что? Не надо. А что ты уши закрываешь? Не надо. Да, мама вот так вот может, когда время поздно, а у них тут скачки какие-то происходят. Маме со второго этажа приходится орать, чтобы дети спать легли. Все, а Настя, если я сейчас услышу, будете тут все порядок наводить. Ну, расстилай, я не буду расстилать. Я так знала, что я хотела, чтобы я расстилала. Расстилай. Да, завтра застилай. Ну, ладно. Раз ты ее поддерживаешь. Настя, хочешь давай застилать, расстилать вперед? Настя! Мне не жалко. Настя, давай. Выбирайте на какую-нибудь кровать, а завтра тогда ту заправим. Погодите, сначала на мою, а потом на твою. Зачем? А, сейчас папа ругаться будет за мышку. Давайте застилайте и укладывайте спать, Настя. Ну, а я сейчас здесь помою посуду, приберу на кухне. У меня сейчас там еще стирка достирывается, и уже будем тоже развешу и будем укладываться спать. И вы, кстати, такие большие молодцы вообще. Я смотрю, с каждым разом лайков все больше, 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 больше. Прям приятно посмотреть, приятно зайти. Видно вот вашу эту обратную связь. Кто постоянно пишет, я уже вас даже запоминаю по имени, по аватарке. Вот поэтому... Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Знаю то, что много кто смотрит, кто лайкает, но стесняется что-нибудь написать. Если вдруг что, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Вот. Поэтому всем пока-пока. Хорошего вам времени суток. Всех любим, целуем, обнимаем. Пока-пока.